обращаюсь всем, кто не сидит на месте. Когда-нибудь стук барабанов всех соберет нас воедино. Мы бросим заспанных мочалок в раю кухонной кислоты и в пожелтевшие стаканы седой еврей нальет нам пиво. И мы из трубок, как и бывало, поднимем коромыслом дым, какие пламенные строки. Ну шо ж вы спите, капитаны? Скорее хватайте архибузы и прекращайте ваши сны. Но я все что-то на востоке, а вы все как-то на диване, как перезрелые арбузы в кладовке заспанной жены. Но все шабаш, пора по коням. Спускайте на воду диваны, пусть плачут жены на причалах под завывание дочерей. Бог даст, ребята, не потонем, а черт не выдаст, так дотянем. И море нас не укачает, и с курса не собьет Барей. И там на севере Гондваны у Камалжанова пролива причалят к берегу диваны, причалят словно корабли, и в пожелтевшие стаканы седой тунгус нальет нам пиво. И мы из трубок, как бывало, по-капитански засмолим, и в пожелтевшие стаканы седой тунгус нальет нам пиво. И мы из трубок, как бывало, по-капитански засмолим. Перед тем, как уступить место следующему...